Всем привет, друзья! Всегда хочется порадовать вас какой-то диковинкой, новой или редкой в продаже рыбкой. Сегодня это разбора аксельрода неоновая. Торговые названия в интернете попадались разные. Аксельрода голубое небо, синяя, голубая. Сразу скажу, что есть еще более диковинная форма этой разборы. Красный неон или пурпурная разбора аксельрода. По происхождению эти рыбки ближе к данио, они и называются санда данио, аксельроде, неон блю. Так же, как и известные всем галактики или плавающие в этом аквариуме зеленые красавцы разборы кубатай. У самцов окрас чуть-чуть сильнее, плюс у них брюшной плавничок окрашен в темно-бордовый цвет. Аксельрода рыбка не крупная, 2-3 сантиметра, подойдет и для большого травника, где можно завести великолепную стаю, которая будет сочетаться с другими рыбками, схожими по темпераменту и условиям содержания, а также и для небольшого аквариума, потому что рыбки мирные, вполне можно содержать их с креветочками. Рыбка неприхотливая, если параметры воды стабильные. Кислотность 6-6,5 градусов, температура 22-25 градусов. Берет и сухой корм, в мелком виде, конечно, и с удовольствием будет лакомиться живыми кормами. На канале уже есть видео из этого аквариума, сделанные чуть ранее. Под роликом в описании дам на них ссылочку. Можете сравнить, как меняется его дизайн и состав обитателей. Сейчас в этом аквариуме ползают радужные бычки, креветки омана, креветки бабаулти, но зеленую бабаулти, конечно, практически не видно, креветки кровавая мэри, плавают бригитки, тетры аманды. Аманды, кстати, размножаются здесь самосевом. Некрупные тетра-аманды, которых вы видите, родились уже самосевом здесь. И они значительно ярче, чем их покупные родители. Если кого-то заинтересовали пурпурные или неоновые разборы аксельрода, под роликом в описании есть ссылочка на товар. Даже если они отсутствуют в наличии, при желании можно их заказать и получить. И спасибо за просмотр!